Во Владивостоке стартовал саммит стран Северо-Восточной Азии. Событие, безусловно, значимое и влечет за собой большие перемены в политике и бизнесе Приморья. Однако любое крупное событие находит свое отражение и в культуре, в данном случае в изобразительном искусстве. Приморская государственная картинная галерея открыла на своих площадках 23-ю по счету выставку в рамках саммита СВА. Мы считаем, что это одна из важных составляющих, потому что понятно, что очень много событий происходит в политической сфере, в бизнес-сфере, да, между нашими соседствующими региональными администрациями. Но при этом каждый из регионов, конечно, богат еще и культурой, которая развивается на этой территории. Приморский край оказался богатым на целых 15 живописных произведений. Этот проект, к слову, традиционно объединяет современных приморских художников разных поколений и разных творческих ипостасей. Выставки представлены в разных видах, жанрах искусства, в разных техниках. Здесь и живопись, и графика. Мы видим и скульптуру, мы видим пейзажи, портреты, натюрморты. Важно и то, что выставка позволит ценителям искусства из пяти стран и, собственно, Владивостока глубже и полнее открыть для себя изобразительное искусство дальневосточного региона. По крайней мере, в этом уверены организаторы экспозиции. Самое главное, что такая выставка, она дает возможность пообщаться художникам друг с другом. Во-первых, это и контакт. Потому что присутствуют не только художники, но присутствуют и те, кто руководит культурой в той или иной префектуре, регионе. Да? В самой выставке приняли участие десятки произведений изобразительного искусства мастеров из стран Азии. Кроме того, виртуозность и артистизм продемонстрировали в рамках выставки мастера каллиграфии, причем как корейской, так и русской. Одну из надписей сделали специально для 8 канала. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на 8.